Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Избавь заранее». Сейчас мы с вами свяжем ажур с переплетениями. Рисунок простой, расстановка игл для него может быть абсолютно любая, даже нет раппорта. У меня расстановка 3 иглы стоят в рабочем положении, 2 в заднем нерабочем, 3 в рабочем, 2 в заднем нерабочем и так далее. Расстановка такая, как мне кажется, оптимальна. Можно больше игл ставить в рабочее положение, но чем больше игл будет в рабочем положении, тем более закрытым будет рисунок. Чем меньше игл в рабочем положении, тем более он будет ажурный. Больше 2 игл в заднем нерабочем положении тяжело будет провязать. Вы сейчас посмотрите, о чем я говорю, но 3 иглы уже не каждая машинка возьмет. Поэтому, как мне кажется, 2 иглы в заднем положении тоже это оптимальный вариант. Нам нужен декер и пересадки. Берем петлю с крайней иглы, которые стоят в рабочем положении. И пересаживаем на соседнюю через эти 2. В заднем и ставим иглу обратно. У меня расстановка игл сохраняется в течение всего рисунка. Я не меняю расстановку нигде. Беру следующую иглу и пересаживаю на соседнюю. У меня получается 2 петли на правой, на левой иглу, петли нет. Иглу возвращаю обратно. Беру петлю, пересаживаю через стоящие в заднем положении. Иглу, петлю ставлю на место. И так далее. Пересаживаю все петельки на соседние иголки. И все иглы ставлю обратно. То есть у меня расстановка игл не меняется. Я снимаю петлю с иголки и ставлю иглу обратно в рабочее положение. У меня на каждом... Так вот. Не ту поставила. Вот. Надо за этим следить. Можно даже меточки поставить, какие иголки у меня должны оставаться. Отметки поставила, и тогда я точно не запутаюсь. Получается, что у меня на одной игле петель нет вообще, на второй игле одна петля, на третьей 2 петли. Провязываю 6 рядов. Можно провязывать меньше, будет более насыщенный ажурный рисунок. Можно больше, он будет более прямой. Все на ваше усмотрение, надо пробовать. У меня 6 рядов. И делаю пересадку точно такую же, только в другую сторону. Смотрите, у меня ажур с этой стороны, значит, в следующий раз я беру другую. То же самое. Беру петлю и пересаживаю ее на соседнюю иглу. Иглу, с которой сняла петлю, ставлю обратно в рабочее положение. Беру петлю, пересаживаю на соседнюю, иглу ставлю в рабочее положение, возвращаю. Так делаю все пересадки, только уже в другую сторону. Можно делать все время в одну, можно делать в разную. Это опять же на ваше усмотрение. Такие рисунки не имеют какого-то строгого решения, можно экспериментировать. Главное, сам принцип пересадок, он очень интересен и дает объемный эффект. Простые пересадки такого эффекта не дают. Итого, те иглы, которые у меня стояли в заднем положении, там и остаются. Расстановка игл не поменялась. Но теперь у меня нет петли на правой игле. На средней всегда остается одна петля, на левой 2. Провязываю 6 рядов и меняю местами пересадки. То есть я переношу справа налево и слева направо по очереди. 6 рядов. Если у меня в заднем положении будет стоять больше 3, больше 2 игл, 3 и более, я просто физически не перетяну вот эту петлю через такое количество пустого места. То есть смотрите, это все экспериментально, зависит от плотности, от пряжи и от возможности вашей машины. Очень интересный, необычный рисунок. Он очень объемный, очень ажурный получается. Но чем меньше у нас игл в работе, тем более ажурный рисунок. Чем меньше рядов мы провязываем, тем более насыщенный ажурный рисунок. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Избавь заранее». Ваша Наталья Некрасова.